Махачкале 13:45, студия Бедерниси Гусейнова, редактор выпуска Шерипат Шульгина. Новости. Глава Дагестана провел традиционное заседание оперативного штаба по актуальным вопросам. Обсуждали устранение перебоев на объектах ЖКХ, строительство объектов в рамках нацпроектов, содействие участникам СВО и их семьям. Также в повестке дня стоял вопрос капитального ремонта школ. Подробности у Дианы Амиралиевой. 10,5 миллионов рублей выделено на стройматериалы в помощь пострадавшим от стихии жителям Буйнакска. Все заявки горожан рассмотрены, и никто не остался без внимания. О положении дел в этом вопросе главе Дагестана доложил председатель правительства региона. На совещании обсудили модернизацию дагестанских школ, на которую в этом году потратят более 3,5 миллиардов рублей. Общий процент готовности объектов по республике, где проводятся работы в 36 муниципальных образованиях, при реализации капитального ремонта школ составляет 81,4%. Следует отметить, что процент строительной готовности уточнялся не только в ходе выезда специалистами Министерства образования и других министерств и ведомств, но и с привлечением специалистов, осуществляющих технический надзор за ходом строительно-ремонтных работ. В целом на объектах за последние 10 дней было усилено работы на всех объектах, в том числе и увеличено количество рабочих на этих объектах. По 15 школам в 8 муниципальных образованиях работы практически завершены. Сергей Меликов поручил держать на контроле эффективность расходования бюджета на капремонт школ. Главное, чтобы ремонт был выполнен качественно. Соответственно, мебель и оборудование в школах должны быть хорошими. На это выделят 930 миллионов рублей. Дополнительные средства также выделяют и на мероприятия по безопасности. Еще один вопрос оперштаба – информация о территориальных границах. В реестр уже внесены сведения о 243 границах населенных пунктов. Прошу обратить внимание, что с 2012 года, когда эта работа была начата, до начала этого года были внесены сведения о 168 границах населенных пунктов. Это за 10 лет. А за 7 месяцев текущего года внесены уже 75 границ. Здесь хочется отметить муниципалитеты лидера, они представлены на экране, благодаря работе которых мы в целом по республике достигаем необходимых показателей и перекрываем недоработку тех муниципалитетов, кто не выполняет взятые на себя обязательства. Среди лидеров по внесению границ отметили Докуспаринский, Сулейманстальский, Бабаюртовский, Каякенский, Хунзахский и Левашинский районы. Аварии и отключения на объектах ЖКХ всегда актуальная тема. Сергей Меликов в своем выступлении раскритиковал работу администрации Сбербаша, где аварийное отключение водоснабжения вызвало волну недовольства среди жителей. Отметил глава региона также незаконные постройки и хаотично выделенные земельные участки. Поднимали на совещании вопросы закупок по объектам водоснабжения в селе Карата Ахвахского района и общеобразовательной организации в Каспийске. Итоги рабочих поездок по районам республики озвучил председатель правительства Абдулмусаев. Теперь о ситуации в зоне специальной военной операции. По словам министра обороны Сергея Шойгу, российские войска успешно отражают наступление ВСУ. Объединенная группировка войск продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредотачивая основные усилия на ослабление боевых возможностей противника. Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижение противника не допущено. Так, на Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону. Проявили стойкость и самоотверженность подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка. Поэтому я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят, не только из этих бригад, но из этих вот в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все. Только за два дня, 26-27 июля, в районе населенного пункта Работин уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них 3 немецких «Леопарда», 2 французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности 63 единицы бронетехники. Используя маневр контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка
и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении. Особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк. Там также действовали активно, действовали маневренно и в результате добились успеха. Также отважно действует 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный полк. За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков «Леопард», 11 американских БМП «Брэдли», 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши. Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт. На фоне неудачного так называемого контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации. С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападения с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты. Благодарю весь личный состав, участвующий в специальной военной операции, за службу, мужество, героизм. Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально. В Дагестане реализуется беспрецедентный проект капремонта детских садов, аналогов которому пока нет ни в одном регионе России. Суть проекта в том, что средства выделяются из республиканского бюджета при условии софинансирования из местной казны не менее 5% общей суммы. Ранее по такой схеме в Дагестане финансировали ремонт школ. В этом году конкурсный отбор прошли 29 дошкольных организаций в 24 муниципалитетах. О том, как общими усилиями можно подарить детсадам новую жизнь, репортаж Патимат Сулеймановой. Детский сад «Чебурашка» – одно из старейших дошкольных учреждений Каспийска. Завод «Дагдизель» построил это двухэтажное здание в 1975 году для детей своих работников. С тех пор строение мало чем изменилось. Увеличилось только количество воспитанников, рассчитанное на 125 детей. Сегодня детсад принимает 200 мальчиков и девочек. Нашему саду 48 лет. Конечно, хотелось бы, чтобы, когда мы попали в рамки капитального ремонта, чтобы этот капитальный ремонт все-таки нам помог создать комфортную, безопасную зону для наших деток. Благодаря участию в республиканском проекте по капремонту дошкольных образовательных организаций, Чебурашку ждет долгожданная реконструкция. В рамках заключенного контракта планируется выполнить работы по замене инженерных сетей, по оштукатуриванию стен, по замене напольного покрытия потолков, утеплению фасада и обновлению ограждения детского сада. Также администрацией города объявлены конкурсные процедуры на закупку новой мебели для детского сада, которую планируется поставить сразу же после завершения проведения капремонта. И тем самым 1 сентября воспитанники данного учреждения будут обеспечены комфортными условиями. Мы, как родители, очень благодарны, что наш садик попал под программу капремонта. Мы ждали этого очень долго. Наши дети будут очень рады увидеть, зайдя в наш сад, что здесь новый ремонт, новая мебель. На реализацию проекта капремонта детсадов дагестанские власти на условиях софинансирования с муниципалитетами выделили в этом году 420 миллионов рублей, из которых 300 миллионов – средства из республиканского бюджета. Всего на участие в проекте, который курирует Минэкономразвития Дагестана, в 2023 году поступило 85 заявок из 38 городов и районов. По инициативе главы Республики Дагестан еще раз в прошлом году этот проект стартовал. В бюджете предусмотрены и на прошлый год, и на текущий год 300 миллионов рублей. Мы с начала текущего года провели конкурсный отбор инициатив муниципальных образований. Отбор прошло 29 детских садов, 24 муниципальных образований. Сегодня в Дагестане насчитывается около 900 детских садов, многие из которых построены почти полвека назад. И треть из них нуждается в капитальном ремонте. Новый подход к финансированию и реализации проекта позволит не только провести реконструкцию помещений детсадов и оснастить их новым оборудованием, но и облагородить прилегающую территорию. При выездах в муниципальное образование я вижу подход моих коллег в муниципалитетах, вот, к примеру,
примеру, в Хасавюртовском районе, в селе Аксай, ремонтирует детский сад, и там муниципалитет за счет средств местного бюджета обеспечивает благоустройство территории, обеспечивает создание достаточно комфортной подъездной дороги к детскому саду. И нам бы очень хотелось, чтобы вот эту практику в Хасавюртовском районе переняли коллеги в других муниципальных образованиях. Очень на это рассчитываем. Подъездная дорога к детсаду Чебурашка в полном порядке. Здесь ждут желающих помочь с благоустройством дворика. Спонсорская поддержка нужна для обновления игровых зон и спортивных площадок. Очередная группа детей из подшефного Михайловского района Запорожской области прибыла на отдых в Дагестан. Более 80 ребят проведут часть лета в оздоровительном лагере «Анже Мастер» на побережье Каспийского моря. К приезду детей здесь подготовились основательно. Помимо оздоровления и реабилитации, ребят познакомят с культурой и традициями Дагестана, а также организуют для них экскурсии. Патимат Сулейманова продолжит. Но как не пуститься в пляс от такой зажигательной лезгинки, когда руки сами плывут под музыку, а душа парит от счастья? Знакомство с многогранной культурой Дагестана у ребят из Запорожья начинается сразу после заселения в лагерь. Развлекательная программа, веселая компания и атмосфера дружелюбия – самый верный способ отвлечься от тяжелых мыслей и переживаний. Пляж, море, отдых – все клево, все по приколу. Ну, нормальные люди, отдыхаемся друг с другом, знакомимся, общаемся, дружим. Ну, в общем, все прекрасно. Приемы детей из Запорожской области и разных уголков Дагестана в лагере «Анже Мастер» подготовились тщательно. Перед сезоном лагерь прошел экспертизу и получил положительное заключение. Приехали из Запорожья 91 детей и наши дагестанские футболисты Макаровские 85 детей. Также кикбоксы. Всего добрал 350 детей. Организованный отдых. Программы специальные для подготовленных для летнего отдыха. Оздоровление, здоровье. Это не первая, но самая большая группа детей из новых регионов, которая приехала на отдых в нашу республику. Здесь происходит их знакомство с Россией и интеграция в социокультурное и образовательное пространство. Я хочу вам всем пожелать здоровья, дружбы, уважения друг к другу. И самое главное, здоровья, чтобы вы пополнили от нашего дагестанского воздуха. Ребят, мы очень рады, что вы сегодня с нами все здесь. Желаем вам, вот поверьте от души, чтобы у вас на самом деле сердце билось от радости того, что вы сегодня с нами со всеми, а мы с вами. Помимо отдыха, оздоровления и реабилитации, ребят познакомят с культурой и традициями Дагестана, а также организуют для них экскурсии по достопримечательностям. Погода. Дагестанский гидрометцентр сообщает, сегодня по районам республики ожидается. В горных районах местами небольшой и умеренный дождь, гроза, ветер слабый. Температура воздуха 31-36 тепла, по приморским районам 27-32. В горах 21-26, местами плюс 31. Махачкале без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 29-31 тепла, вода в море 23 градуса.